Ты не спишь? Ты нарушитель границы, так? Надо ж тебе было налететь прямо на имперскую засаду. Они и нас поймали, и ворюгу этого. Проклятые братья Бури! В Скайриме было тихо, пока вас сюда не принесло. И империи ни до чего дела не было. Если бы они вас не искали, я бы сейчас украл вон ту лошадь и рванул в Хаммерфелл. Эй, ты! Нам с тобой здесь не место! Это за братьями Бури империя охотится. Мы сейчас все братья и сестры по судьбе, ворюга. А ну все заткнулись! А с ним-то что не то, а? Попридержи язык. Перед тобой Ульфрик Буревестник, истинный король Скайрима. Ульфрик? Ярл Винхельма? Но ты же вожак восстания. Если тебя схватили... О, боги, куда нас везут? Я не знаю, куда нас везут, но... Совнгард ждет. Не, не может быть. Я сплю, я сплю. Эй, Кинокра, а ты из какой деревни? Тебе-то что? Последние мысли Норда всегда должны быть о доме. Рорикстед, я из Рорикстеда. Здравия желаю, генерал. Палач уже ждет. Хорошо, покончим с этим. Шо? Мар, Тибелла, Кинарет, Акатош! Ой, пожалуйста, помогите мне! Смотри-ка, генерал Тулий, военный наместник. А с ним, похоже, талмарцы, проклятые эльфы. Наверняка это все они подстроили. Это Хелгин. Был я как-то влюблен в одну девчонку из этих краев. Интересно, Вилот еще варит мед с можжевеловыми ягодами? Когда я был мальцом, мне казалось, что нет ничего безопаснее имперских крепостей. Смешно. Папа, кто это такие? Да, они... Иди скорее в дом, малыш. Почему? Я хочу поглядеть на солдат. А ну домой, живо! Да, папа. Эй! Водите их из колодки! Живее! Почему мы остановились? А ты как думаешь? Приехали. Пошли. Не будем заставлять богов дожидаться. Нет, постойте, мы не повстанцы. Прими смерть с достоинством, вор. Скажи им правду, мы не с тобой, это ошибка. Когда вызовем, делайте шаг вперед. По одному. Ох, и любят имперцы все делать по списку. Ульфрик Буревестник Ярл Винхельма. Я горжусь тем, что служил тебе, Ярл Ульфрик. Ралов из Ривервуда. Локер из Рорикстеда. Нет, я не мятежник! Вы не имеете права! Стой! Я вам не дам! Лучники! Кто еще хочет поспорить? Постойте-ка. Эй, ты! Шаг вперед! А кто ты? Да. А кто, собственно, я такой? Ну, в общем-то, из всех рас, которые тут предоставлены, их тут, в общем-то, немало. Есть темные эльфы. Магия, огонь, редгарды, крепкие парни, орки, ну очень крепкие парни, тяжелой броне с двуручным топором, норды, они повышенная чувствительность, у них слабая чувствительность к холоду и, в общем-то, есть боевой клич, чтобы испугать кого-то. Лесные эльфы, отличные воры и разведчики. Хаджиты. Вот такие вот непонятно, полутигры, полукоты, полукто-то. В общем-то, видят в темноте. Неплохо орудуют без мечей, топоров,
когтями. И, в общем-то, скрытно очень. Имперцы. Искусно в обращении с оружием и магией. Ну, всего понемногу. Находят золото чуть больше, чем обычно. Ну, такая вот. И голос императора позволяет им успокаивать врагов. Высокий эльф, известный также как Альтмеры. В общем, у них повышенная склонность к магии. Бретонец. Он тоже природный магический талант. Сопротивляемость к магии. И драконья кожа, позволяющая им поглощать заклинания. Ну, а в заключение у нас вот такие вот тут... Так, у нас были непонятные то ли коты, то ли еще кто-то. А вот тут у нас разумные рептилии. Приспособленные к жизни в опасных болотах. Сопротивляемость болезням. Способны дышать под водой. Есть карахиста, позволяющая быстро восстанавливать здоровье. Ну, я так подумал, перелистал, почему бы нам не сыграть бы за органианина. Ну, благо, потому что большинство выбирает обычно либо эльфов, либо людей, а мне почему-то захотелось вот... Вот такую прекрасную, симпатичную рептилию. Итак, мы можем изменить ему тело. Ну, как бы можно поменять даже и пол. Вот. Такая вот прелестная органианка. Ну, за органианку я играть не буду. Я, в общем-то, наверное... Но возьму все-таки органианин. Потрачу немножко времени на то, чтобы, ну, конечно, рога мы ему припиливать не будем. Хотя можно было бы. Вот такой красный боевой окрас. Может быть, и у органианина. То есть он может быть зеленый, а может быть бурый. Вот такой вот загорелый. Не знаю, что-то коричневый с рогами. О, этот какой-то не такой. Ну, вот этот золотистый еще такой. Ничего, прикольный. Это серебряный вообще. Но зеленого не хочу. Хотя изначально органинан зеленый, но какой-нибудь... Золотистый он не какой-то неестественный, наверное. Либо вот такой. Либо что-то вот такое вот. Может бурого взять, действительно. Он такой симпатяшка. Органяшка. С такой вот этой вот. Таких там, по-моему, не встречалось еще. Ладно, ладно, не буду слишком уж передергивать. Какой-нибудь такой, может быть. Так. Что-то они все страшные. Так, ладно, слишком бурого коричневого не мне это самое. Давайте-ка оставим, наверное, вот этого. Так, тон кожи можно изменить потемнее. Ну, в смысле, тут в принципе можно и как бы типаж выбрать, а потом уже тон кожи, в общем-то, можно и как бы поменять. Это у нас тут вес, сделаем чуть побольше. Помассивнее. Так, давайте с головой разберемся. Цвет леса пусть будет. Это грязь, это означает у них тут, в смысле, потемнее, посветлее. Цвет грязи, шрамы, боевая раскраска. Так, посмотрим на шрамы, что у нас там. А, всякие вот эти.
Они нам не нужны, боевая раскраска, это, соответственно, какие-то вот эти узоры. Так же, как у того была вот эта вот красная на роже. Где будем раскраску сделать? Пусть будет раскраска на шее. Так, лицо. Лицо. Так, тип носа, высота носа, длина носа, ширина челюсти, высота челюсти. Я не думаю, что это так. Но может быть нос чуть пониже. Нет. А выше. Длина носа. Так, плоская, не надо, слишком длинная. Тоже. Ширина челюсти. Сделаем вот такую челюсть массивную. Ну, не совсем массивную, но такую среднюю. Хай будет не очень массивная. Так, высота челюсти. Это челюсть у него такая? Ну, видимо, да. Так, ладно. Что у нас еще? Так, глаза. Так, можно цвет глаз. А, ой-ой-ой. Что-то я как-то... У него были вот такие. Сделать ему голубенькие. Зелененькие. Да там вообще все равно, ребят, там по большому счету, как бы... рано или поздно напялят шлем, и там, в общем-то, как бы не особо и... будет видно под этой шляпой, что у него с глазами, что у него вообще с ртом и так далее. Сейчас вот волосы, ну, единственное, прическу поменяем немного. Вот. Какую-нибудь. Ну, совсем уже, наверное, убирать, наверное, ничего не надо. Чем-то, наверное, нужно оставить. Ну, хотя бы какой-нибудь такой вот хохолок без рогов. Вот такой вот у нас. Хохолистый будет немного. Аргнянин. Вот, ну, вполне такой вот, в общем-то, рептилоид. Так, ну все, поехали. Давайте выберем имя персонажу. К сожалению, тут только... русская раскладка, хотя, в принципе, там где-то можно поменять, наверное, на английскую. Ты из рифтонских докеров, ящер? Капитан, что с ним делать? Его нет в списке. Бездну список. Давай его на плаху. Как прикажете, капитан. Мне очень жаль. Мы отправим твои останки в Чернотопье. Иди за капитаном. Ты какая? В бездну список. Крутизна. Ульфрик Буревесь. Здесь, в Хелгене, тебя кто-то зовет героем. Но герой не станет использовать дар голоса, чтобы убить короля и узурпировать трон. Вы начали эту войну и погрузили Скайрим в хаос. А теперь Империя воздаст вам по заслугам. И восстановит мир. Что это было? Ничего. Продолжай. Да, генерал Тули. Подготовь их в последний путь. Ныне же веряем мы души ваши Этериусу. И да приходит... Во имя Талоса Могучего, заткнись и давай к делу. Ибо вы, как скажете... Я что, все утро ждать буду? Но мог бы и не спешить. Мои предки улыбаются, глядя на меня, имперцы. А ваши улыбаются вам. И... Ай-яй-яй. Имперские ублюдки! По делам! Смерть братьям Бури! Жил без страха и умер без страха. А теперь ящерица! А чё это сразу опять ящерица? Слышите? Следующий, говорю! Иди к плахе. Твоя очередь. Ну и ладно. Ну и пойду. Бе-бе-бе-бе-бе.
Это что еще такое, Облевион, его побери? Часовые! Что вы видите? Вон там, за тучами! Дракон! Часовые видят полный привет. Вернее, это тум. Шашлык превратил, а? Видишь трактир на той стороне? Прыгай на крышу и беги. Беги! Мы за тобой как только сможем. Не волнуйся. Трактир. Мы как-нибудь вернемся. Мама! Дай! Иди сюда. Давай быстрее. Вот молодец. Ты просто молодец. Вау. Летаем. Еще дышишь, Ризель? Держись рядом со мной, если хочешь жить. Гуннар, займись мальчиком. Мне нужно найти генерала Турия. Он организует оборону. Она правит тебя боги, ха. Прижмитесь к стене. Такие красивые крылышки, как коготочки, а голосок. Мама. Ай-яй-яй. Я поджарили. Ну что, значит ты со мной? Не отставай. Ралов, проклятый предатель. С дороги. Мы бежим и сбежим, Хатва. Тебе нас не остановить. Отлично. Надеюсь, дракон всех вас в свой гарм заберет. Эй, ты! Быстро в крепость! Давай, нам надо попасть. Это и правда был дракон, провозвестник конца времен. Походу на то. Иди сюда. Посмотрим, не смогу ли я разрезать путы. Давай-ка разрежем путы. Ну вот. Пошарь вокруг, тут полно снаряжения. Выбирай. А я поищу что-нибудь от ожогов. Поищи какое-нибудь снаряжение. Да. Ну ладно. Какое-нибудь снаряжение. Сейчас поищем какое-нибудь снаряжение. В этих сундуках наверняка найдется меч. Да, пусть. Только что сам стырил, там что-то такое. Так. Шлем. Золотишко. Поищем. Так, что еще тут можно? В этих сундуках наверняка найдется меч. Да, наверное, найдется. Сейчас, подожди, тут еще всякого. Набрать надо. Ага, вот, имперская броня, меч, сапоги, ключ от крепости Хелган. Надевай-ка броню и опробуй тот меч. Давай не будем задерживаться. Эта тварь еще рядом. Подожди.
Мне тут хабаре надо собрать. О, еще мечишка. Хабаре надо собрать. Вот это, блин. Тут еще золото. Оп. Так. Надо нахватать все, что можно. Сюда. Да погоди ты. А, тут я уже был, да? Тут уже пусто. Погоди, огура. Ну все, началось. Так, значит, одежда. Что мы успели тут состряпать-то? Броня, сапоги, шлем. Броня, сапоги. Что-то штанов не видать. Вот железный меч. Неплохо. Так, запас сил. Запас сил. Так, это там как-то... где-то F, наверное, в избранное. Во время игры нажмите Q, чтобы открыть меню быстрого использования. Все, понятно. Так, ну я отправил в избранное или не отправил? Ага, отправил. Все. Одежду отправлять туда не будем. Пищу тоже. Книга. Ключи разное. А, это мы потом впарим кому-нибудь. Итак. Ну вот, осталось только трусы надеть и все. Под штаньки где-то найти. И чё? Вот так вот. Мы уже в шляпе, вооружены и опасны. Так. Так. Надо уходить. Дракон вот-вот разрушит крепость. Так. Ты ел. Так, корзину бадья все берем. Может, нам удастся с ними договориться. Ты думаешь? Договориться? Чё-то я сомневаюсь. Что? Мы просто... Если хочешь умереть, тогда будет так. Кровью. Здорово! По славу империи! Ой! Вот так вот. Ваш запас сил на исходе, это может помешать вам проводить силовые атаки, быстро бегать. Выпейте зелье, подождите, пока запас сил восстановится. Блин, непонятно, что в правом углу бегает. Погоди, я попробую открыть. А, М2, чтобы блокировать удар. Все понятно. Так, смотреть бра... Да ё-КВМН, постоянно путаюсь в этих... тут пусто, там... Понятно. Давай. Погоди. Погоди. Погоди, тут еще столько вкусного. Надо успеть натырить. Что-то денег. Пошли. Надо будет заработать. Так, давайте-ка сохраним все это. Ну его... Журнал задания поговорить, это понятно. Так, сохранить. Новое. Так, капусту, дай капусту. Ух ты, я споткнулся, блин. Или это мне телегой на ногу это больно? Однако. Все, так, по копеечке, что-нибудь, по крайней мере, на каком зелье себе сейчас... На наскребем. Ну вот и все, нас завалило. Проклятый дракон никак не уймется. Не говори. Что ты делаешь? Надо бежать из Хелкина. Живо! Имперцы держали тут зелье. Нам они пригодятся. Не пригодятся. Откуда? Имперские цели. Они пригодятся. Напрягись! Вот тебе и конь. Старая кладовка. Посмотри, не найдется ли каких зель. Они точно лишними не будут. Так, старая кладовка каких-то зелий. Так.
Фазанчик, кролик. Тек. Я чувствую, это все в конце концов не унесу, потому что, как бы, друзья, хотя, может, и унесу. В отличие от некоторых модификаций игр, то же самое, которое недавно я проходил Эликс, у него там бесконечный сундук, он мог по миру собирать все что угодно, и вес там вообще даже никак не отражался на его. Так, что-то в бочке у нас есть. Запас сил, лечение 3, магия. Понятно. Корзина. Так, тут у нас мешок капуста, еще что-то. Ну, там некоторые ингредиенты, их можно, как бы, они здесь, как бы, химические, их можно, как бы, делать из них всякие, если ты в химии начинаешь разбираться, там можно, в общем-то, и соли там идут, и капусты всякие. Ну что, готово? Вот, сюда. Не, ну, в основном, конечно же, всякие растения. Вот, идут в ход, но если ты прокачиваешь, конечно, алхимию. Ну, так, это кому как, в общем-то, интересно. О, боги, почему без этого никак не обойтись? А, ну да, как же без этого обойдешься? Давай, кому тут по сусалам? Эй, промахнулся. Мы как раз вовремя. Да ёкало, мама. Кажется, этим парням никак не могу. Понравилось, как я развлекал их приятелей. Ты хоть знаешь, что происходит? На Хелген напал дракон. Дракон? Да брось, не говори глупостей. От дракона рождённых. Хотя, если вдуматься, там действительно был какой-то странный шум. Пошли с нами, надо выбраться отсюда. Ты мне тут не командуй, мальчишка. Действительно был какой-то странный шум. На крепость напал дракон. О! Про старика. Я даже пойду. Щит нашел. Офигеть, и булаву даже какую-то. За решеткой что-то есть. А, все, ребят, видите, я перегружен. Вот так вот я все-таки максимальный вес у меня оказался выше, чем... Так. Где у нас тут? Вот, максимальный вес, видите, общий вес 300, я нахватал уже 304. Вот, и придется нам, в общем-то, от всего от этого чего-то от... хоть чугунная кастрюля и стоит чуть дороже, чем там какие-то более дешевые, но придется от них, конечно, отказаться. Пивных кружек, потому что кто его знает, что там еще нам попадется. Так, корзина, метла, вес. Вот видите, корзина вес полкило, а стоимость такая же, как у метлы. Так, еще корзина, казан, вес 2 килограмма, черепок. 268, бадья 7 штук. Ладно, хрен с ним с бадьями. Потому что у нас тут получается из оружия мы взяли железный меч. Урон 8, вес 9. Урон 4, урон 9 у боевого молота. Но он, по-моему, двуручный. Урон 19. У секиры 17. Булава урон 10. Ну, я думаю, пусть будет, наверное, булава. Ее отправим. Так, меч из избранного уберем. Булаву и секиру в избран. Нет, секиру, наверное, не надо. Боевой молот. Он посильнее, он 19 у него урон. Так, это оружие у нас. Одежда у нас тут, броня и щит. Тоже отправим в избранное, чтобы можно было напялить и то, и это. Вот.
Тогда в крайнем случае можно будет, в общем-то, схватить железный боевой молот. А как он берется на Q, жмется и берется, выбирается либо вот булава и щит, либо молот. То есть он как бы ЛР двухручный получается левой и правой рукой. Ну, пока походим с этим. Смотри, не получится ли подцепить отмычкой. Нам все пригодится. То есть щит у нас есть, защита дополнительная, и урон булавы 9. Хватай все, что найдешь, и пошли. Так, а что там можно хватать? А, что с ним сделал? Так, смотреть солдата. Так, ну, берем и смотрим, что у нас по весу. Все-таки выносливость у нас там, да, срабатывает. На карте мира, понятно. Карта мира, понятно. Так, вот тут у нас, ну вот, опять хапанули, 297, еще 3 килограмм, придется что-то опять выбрасывать. Я думаю, сейчас все-таки из этого разного повыбрасываем все эти корзины. Так, в избранное не надо. Черпаки, отмычки оставим. Так, ну 12 килограмм в запасе у нас есть. Так, можно будет пока прочитать эту книжечку, посмотреть, что у нас там килограмм стоит 5 рублей, дорожденных стоимость 12, то есть тоже весит килограмм. В общем-то, как бы, наверное, килограмм можно будет и... Так, ну, может быть, и потом надо будет, в общем-то, избавиться от этих самых. Ну вот видите, по чуть-чуть капуста, там одна единица здоровья все-таки устанавливается. Не знаю, правда, какой объем у него здоровье. Ну, 13 рублей золота где-то он надыбал все-таки. Уже успел. Ну, ладненько, посмотрим. Если что, в дальнейшем будем лишний мусор выбрасывать, а железо собирать. Чего? Что там? А, открыть скоба. Все. Понятно. Так, продолжаем наше не очень длительное путешествие. Так, а мы идем наверх или мы идем вниз? Что-то как-то, по-моему, сверху возвращались. Так, а что он тут? А, вон а что, он типа открой дверь. Учись открывать двери. Ну, что, нас учат открывать. Пользоваться отмычкой. Как правильно пользоваться отмычкой? Ну вот, получается, этот, отмычка — это то, что у нас было сверху, а снизу это, в общем-то, как бы отвертка. Так, том заклинаний искры. Сейчас мы опять, наверное, перегружены будем. Нет, пока нет. Посмотрим, что у нас в инвентаре книги. Том заклинаний искры. Электрический разряд, наносящий 8 единиц урона здоровью магии в секунду. Так, я думаю, тактику сводных отрядов можно будет как бы глянуть. В общем-то, не нужна, ее можно будет выбросить. О том заклинании искры, он, в общем-то, изучается. Видите, выучено новое заклинание искры. И как бы том пропал. Вот, что это означает? Сейчас посмотрим. Я, честно говоря, уже не помню, на какие тут где что. Надо вот вспоминать опять. Карта где-то, по-моему, какие-то непонятные другие у меня. Так, это у нас умение, которое мы будем прокачивать со временем прохождения нашего, что-то в магии, что-то в алхимии, что-то в силе и так далее, и так далее. То есть разные, в общем-то, направления. Надо посмотреть у нас, где эта фигня находится. Так, куда пошел? Стоять.
Ну, тут есть автобег. Такая штука. Так, это не то. А, тут можно ожидать в какой-то локации. Так, у нас тут... Ага. Так, статистика, задание. Так, ага. Где у нас эта кнопка, блин? Ее. О, вот опять. Вот когда надо, не найдешь. Так, это у нас карта. Вот у нас то. Так, это понятно. А, это вид. Ага, ясно. Это тоже понятно. На этих у нас... Ай, блин. Ну ладно. Ладно, потом как-нибудь найдем эти там способности. Должны быть. Мы их найдем. Чуть позже. Так. И потом, в общем-то, воспользуемся ими. Ты знаешь, там ведь нет выхода. При необходимости. Но постепенно выбираемся с Хогвартом наружу. Вот. Так, давайте-ка я сейчас еще осмотрим рваный балахон. Я не думаю, что он что-то стоит. Так, я по-быстренькому гляну, что у нас тут в управлении. Так, меню персонажа. Ну так, что ли? А, ну это быстрый доступ. Да, вот у нас тут получается магия. Вот смотрите, разрушение. Вот мы выучили как бы... А, у нас два как бы восстановления. Это лечение 10 единиц в секунду заклинателя. Это, в общем-то, как бы изначально дается нашему персонажу, вот именно Органианину. Ну, естественно, восстановление здоровья в секунду дается, но как бы кушает ману. Вот. Разрушение. В разрушении у нас есть пламя. А, секундочку, у нас пламя есть? Где? Так, разрушение. Так, все. Вот. Искра у нас разрушение идет. Вот, и пламя тоже идет в разрушение. Воткнем их туда. И кожа, кора хиста тоже воткнем в избранное. Восстановление, это у нас лечение. Талант активные. А активные элементы, они автоматом работают. Водное дыхание, органиан дышит под водой. Сопротивление болезням. Органианская кровь дает 50% сопротивляясь болезни. Вот так. Так что если надо будет кого-нибудь поджарить, берем вот так вот и поджариваем. Ну, естественно, у нас, видите, с левой стороны внизу уходит мана. Вот. А если не хотим, то просто ходим и молотимся всех слева и направо. Да, конечно, держаться вместе, чтобы не сдуло. Так, что у нас? Вот так. Ну, вот еще 6 золотых подобрали в скелете. 2. Так, это у нас сюда. Помощник, пыточник дел мастера. Ну, сюда, так сюда. Давай. Обливион, и куда же нам идти? Где же выход? Погоди минутку, дай подумать. Братья Бури, бей их! Ну вот. Так. Есть. Не. Есть. Не. Готов. Там кто-то нас напуляет.
той стороны. Это нехороший луч. Промазал. Ау. Хотя можно было бы, конечно, и фаером воспользоваться. Но я предпочел совсем другой момент. То есть в каком плане, я сейчас даже покажу, у меня нюанс такой. Можно было сделать так, когда кто-то из врагов стоит, допустим, вот это что-то горючее, такая штука, можно просто включить пламя, как бы, и, в общем-то, просто сделать вот так вот. Видите, вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. В общем, такие хитрые штуки можно проделать. Имея как бы вот именно какие-то способности магические, там, начальные. Ну, в принципе, они как бы начальные с самого начала и идут. Их можно, в общем-то, просто в дальнейшем. Ух ты, мастера завалили. Можно их в дальнейшем потом развивать. Ну вот, у меня опять веса у меня совсем нет. Тут даже не побежишь, если даже захочешь. Придется что-то нам освобождать из инвентаря. Итак, друзья, у меня тут по времени уже перебор пошел. Давайте встретимся в следующем прохождении, в следующей серии. И дальше уже побежим налегке. Удачи, всем увидимся.